Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Значит, это видео по проекту SuperCash. Это уже выходит, я второй день в проекте. Вход сюда всего 50 рублей. Доход мой составил уже 680 рублей. Так. Давайте перейдем на почту. Здесь мощные переливы. Это вообще... Я таких переливов... Я никогда в жизни, когда работаю в проекте, я на переливы никогда не надеюсь. А здесь такие переливы. Это не переливы, переливище. Перейдем на почту. Смотрите, PR 12 платежей. Это с этого проекта. Это, ну, Payr у нас берет комиссию и по 40 рублей мне идет. Вот, давайте даже посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Это супер. Это вот с проектом мне идет денежка. Значит, денежка вот здесь, в самом проекте, она не задерживается. Она прямо идет на ваш Payr кошелек. Значит, в настройках обязательно нужно указать Payr кошелек, так как платежная система Payr. И далее здесь что? Вот это информационная наша панель. Вот всего заработано у меня 680 рублей. И желательно пригласить его сюда всего одного человека. Я думаю, это не проблема. 50 рублей. Это супер. А на носу Новый год. Значит, здесь наша команда. Вот. Все приглашения. Значит, далее квалификация, личные приглашения. И идет перелив. Здесь все расписано. И перелив. Ну, супер. Изумительно. Значит, финансы. Значит, смотрите, расход 50 рублей. Доход 680. Так, отправленные платежи. Так. Это мои платежи, 50 рублей. Значит, 10 рублей идет проекту, так как они, ну, на развитие проекта они пускают рекламу, и за счет этого нам идут переливы. А это моему пригласителю 40 рублей. Значит, а это входящие платежи идут. Уже. Так. Настройки я сами посмотрите. Здесь служба поддержки. Если возникнут какие вопросы, можно выбрать тему, заголовок и ввести капчу и отправить. Значит, и вот здесь еще вопрос-ответ можно прочесть. В общем, проект супер. У меня нет слов. Чтобы перелив... Я никогда в жизни... Мне вот то, что понравилось, тут переливы, мощные переливы. Я никогда не надеюсь. Я понимаю, что онлайн-бизнес строится на приглашениях. Я отдаю в этом себе отчет. Я как бы осознаю, что... А тут такие переливища. Ужас. Ну, шикарная. Шикардос, конечно, хороший. Ну, я проектом довольна. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.